Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Кировская область представит стенд на выставке в Китае. В середине мая в Шанхае пройдет выставка продуктов питания и специализированного оборудования. Параллельно пройдет крупнейшая в Китае выставка вин и алкогольных напитков, оборудования для пищевой промышленности. Участие в выставке уже подтвердили завод «Вяти», «Чуржумский», СВЗ, «Булочно-кондитерский комбинат», «Агрофирма Дороничи», «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат». Формирование региональной делегации продолжается, им занимается Центр поддержки экспорта. По данным областного правительства, в прошлом году в выставке приняли участие около 3000 экспонентов из 66 стран мира. Посетило ее около 77 тысяч человек. Программа «Экономика». В Лузе открывается новый деревообрабатывающий завод. Инвестором проекта выступила компания «Хольцхаус». Торжественное открытие состоится 20 апреля, сообщает Акиров. Предприятие займется производством пиломатериалов и готовых домов из клееного бруса. В данный момент на предприятиях компании «Хольцхаус» в различных районах области задействовано и обеспечено работой 600 человек. На новом предприятии появится порядка 200 новых рабочих мест. Экономика на 101 FM. В налоговой пройдут дни открытых дверей. Налогоплательщиков физлиц ждут в Кировской инспекции на Азина 59. Специалисты расскажут о том, кому необходимо представить декларацию по налогу на доходы физических лиц и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами налоговой службы, ответят на другие вопросы. Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсутствии у него задолженности по НДФЛ, заполнить и подать налоговую декларацию по этому налогу при наличии необходимых сведений и документов. Кроме того, каждый посетитель сможет подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». В пятницу, 14 апреля, инспекция работает с 8 утра до 8 вечера, в субботу с 10 до 3. Экономика. И о валютах. Рубль накануне немного укрепился. Доллар сегодня стоит 59,96, евро 60,30. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.